хорошо. Загадывайте желания в самоцветах. Под таким девизом прошел розыгрыш ценных призов от сети салонов ювелирных украшений. В этот день на площади возле торгового центра собралось почти 15 тысяч горожан. В розыгрыше мог принять участие любой покупатель, совершивший покупку на сумму не менее 5000 рублей. На день рождения муж подарил цепочку золотую с крестиком. Заполнил купон, и вот сегодня я выиграла телевизор. Более 100 всевозможных подарков, среди которых айфоны, телевизоры, туристические путешествия, подарочные сертификаты и, конечно же, главный приз. Счастливая обладательница автомобиля Volkswagen Оксана Иванова впервые приняла участие в розыгрыше. И, как оказалось, не зря. Эмоции зашкаливают, конечно. Я не ожидала, но очень желала. Поэтому мечты сбываются. Спасибо большое самоцветам. Стоит отметить, что по всем купонам, участвовавшим в розыгрыше, в сети салонов ювелирных украшений «Самоцветы» предоставляется дополнительная скидка 5% до 31 мая. А с 1 по 31 июня дополнительная скидка 3%. В этом году компании «Самоцветы» исполняется 15 лет. А в честь этого мы будем проводить юбилейный розыгрыш. Главным призом будет квартира, ну и по традиции автомобиль. И я думаю, обеспечим большое количество призов и подарков для наших любимых клиентов. Акция начнется с 1 июня, а сам юбилейный розыгрыш планируется провести в День города.